Вот такое письмо написал отец своей пятилетней дочери Любе из Ставропольского СИЗО, где он находится по обвинению в ее изнасиловании. Мы все знаем, что я ни в чем не виноват и нахожусь здесь незаслуженно. Но, видно, такова судьба – пройти это испытание. Я читаю молитвы и надеюсь, что мне и нам всем поможет Господь Бог. Вы тоже молитесь за меня с Любашей. Ходите в церковь, молитесь и ставьте за меня свечи. В июле этого года теща Дмитрия Будко, Клавдия Никифоровна Деревянко, обвинила его в том, что он несколько лет насиловал свою родную дочку, ее внучку Любу. Экспертиза первая показала, и я поняла, что я была права. Он не просто педофил, он маньяк-педофил. Жена Дмитрия Будко, Вера, не верит своей матери, готова до последнего биться за супруга. А пятилетняя Любочка рассказала маме, что бабушка заставила ее оклеветать папу перед следователями. Это мой папа, он ни в чем не виноват. Папа, я тебя люблю. Сегодня в нашей программе, что на самом деле произошло в этой семье и должен ли сидеть отец Любочки за решеткой? И за что? За неотцовскую любовь к дочери или из-за ненависти тещи? Папина любовь. Тема эфира сегодня в студии супруга Дмитрия Будко. Следствие назначало нам тоже две экспертизы, которые тоже подтверждают, что девочка не изнасилована. Но, тем не менее, Дима сидит. Да, дело в том, что вот эти экспертизы никуда не переобщаются. Все, которые есть материалы, нам отказывают. Просто я куда только не обращалась, и прокуратуру просила. И везде прокурор мне вообще сказал, что возьмите вину на себя, мы вас посадим. Было такое, не было. Она говорит: мам, я тебе честно говорю, ну не было. Папа этого не делал. Меня научила бабушка. От этого, как говорится, волосы дымом встают, и в голове может... Я верю, что дочка из-за этого вот у меня как бы... Ну, я не могу сказать, нервный срыв у нее произошел из-за того, что она видела это и молчала. На признательных показаниях он сказал, как он сделал это первый раз. Как он сделал это пальцем первый раз, потом пошел, смыл кровь в ванную. Ну, я думаю, что ребенок, он быстро забывает все и быстро прощает. Потом однажды она запряталась под кровать. Я захожу, она под кровать, он на кровати. Я говорю: почему ты? Никогда раньше она не пряталась так. Я говорю: Любочка, что ты, от кого ты запряталась? Она говорит: я прячусь от папы, я его боюсь. Ну, она больная женщина. Почему ее нельзя проверить? Она сама, дочь-то, сидела на лавочке с нами. Она рассказывает, у нас мама вообще с пулей в голове, она помешана на этом. У нее как фобия на этой почве, на почве секса, как фобия. Детей постоянно с 15 лет, 12 лет тягать по больницам до гинеколога. И Людку, и Верку эту. Она же Верка-то нервно больная. От чего? От этого самого. Давайте сейчас пригласим в студию младшую сестру Веры Коробейниковой, Людмилу. Она жила в одном доме вместе с Верой, вместе с Димой, вместе с маленькой Любочкой. Что расскажет она? Да, доча, хорошо. А теперь скажи я, Наташа. Вы никогда не любили Любу? Да, никогда не брали ее к себе лишний раз? И ваш, и спроси. Твой брат насиловал ребенка? Насиловал? И сколько раз девочка говорила мне об этом? И показывала. Что ты такие вещи можешь? И сына забыла в норме. И предлагала целовать ей. Да что ты говоришь? А, вон оно что. Вот что! Это было? Было. И я давала это. Свидетельствовала. Кто свидетель? Во следствии. Я давала показания. А как Дима твоего сына спасал на улице, когда ты пьяная пришла? Что ты несешь? А он холодного его... Да что ты, милая моя? Да ладно. Ну, просто мы никому не рассказывали об этом. Дочь говорит, что это было, что у вас... Мне было тогда 14 лет. Она меня возила 14. В город Ставрополь. Она подозревала, что я уже в то время сплю с мужчинами. Мой папа в тюрьме. Я обманула, что папа мне лазил. А он не лазил. Давайте Дима сейчас там. Пригласим в эту студию маму Димы. Неужели она могла воспитать такого ужасного человека? Вот я вам клянусь, мне отсюда не встать. Мой сын никогда не допустил бы руки, ноги, все отрубил бы себе. Но этого бы никогда не допустил. Все знают в селе, что это мать, которая пила, дети валялись, все предоставлены были сами себе в детстве. Как теща может писать куда-то?
Ну и вы разберитесь внутри, писать на зятя. Спасибо. Да с ума сойти!